Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, я Тапина Наталья. И сегодня у нас будет видеообзор на мои покупки с фикс-прайсом. У меня вот такой вот целый мешочек, как всегда. Покупки у нас декабрь. Так, ну, с чего мы начнем? Начнем с печеньки. Я вот такие печеньки купила, они стоили 12,50. Здесь 100 грамм. Да, 100 грамм. Вот. Я купила их сразу побольше, потому что не всегда их продают. Просто, видимо, перед Новым годом были как раз вот много всего было. Вот. Сейчас начну, наверное, вот отсюда подписывать. Вот, купила я две разные. Так вот, земляничный, называется Содыч. И васильковый. Не знаю, васильковый с чем, с васильком, что ли. Вот. Ну, наверное, они просто обыкновенные, стандартные. Вот. Содыч. Я надеюсь, что они не со вкусом соды, потому что я не очень люблю со вкусом соды. Вот. Купила я 6 штучек. Довольно много. Вот. Купила их для одной вкусняшки, которую скоро с вами будем готовить. Заходите ко мне на канал, будем ее готовить, эту вкусняшку. Очень вкусно будет. Вот, отложим их пока. Также, поскольку у нас Новый год, я купила такую штучку, 99 рублей она стоит. Здесь у нас гирлянды новогодние, которые светятся. Хотела я серебристую, но серебристая была открытая упаковка, и я подумала, что вдруг там что-нибудь отрезали, там бракованное или вот что-нибудь такое. И взяла вот эту вот. Не знаю, тоже будем ее проверять. А здесь батарейки АА. Две штуки. Не знаю, наверное, пальчиковые. Если пальчиковые, то это хорошо. Пальчиковые проще купить. Вот они очень красивые. Были еще коричневые. И все, по-моему, что ли, зеленые, вот я не помню, зеленые были, не были, может, даже у меня что-нибудь там в памяти. Также я купила подсвечники такие. Ну, в принципе, они уже продаются у нас давным-давно, они еще с прошлой зимы. Купила их за 55 рублей. Вот их я буду декорировать тоже скоро. На моем канале увидите. Купила две штуки, хотя, когда я уже уходила, я думаю, надо взять еще, пока они есть. Вот. Ну, были толпы людей, и что-то я прям забыла. Вот. Также купила я, наконец-то появились, они были и раньше очень давно. Для покраски набор, да, окрашивания волос. Поскольку я начала уже краситься, то есть еще буквально год назад я не красилась и не планировала даже краситься. Я планировала только в старости, но все же я начала краситься. И хочу попробовать сама краситься, и купила такой вот набор розовенький. Там, по-моему, был только розовый. Есть щеточка, точнее, две щеточки, расчесочка. Вот такая большая чашечка, довольно плотненькая она. Стоила 55 рублей. На удивление. Я боялась, что он будет 99 стоить. Думаю, брать, не брать. Ну, может, найти дешевле. Ну, нет, 55. Купила еще такой набор для приготовления масок для лица. Был еще нежно-розовый. И вот такой вот беленький. Тут три ложечки, закрепленные между собой, лопаточка и кисточка с розовым оттенком. Вот, стоил он тоже 55 рублей. А ложечка здесь большая 15 мл, средняя 5 мл и маленькая 2,5 мл. Все даже расписано. И он, кстати, закрепляется. То есть они не потеряются, ни в каком-то там мешке хранится. Это удобно. Закрепил ее, там нанес масочки туда-сюда, закрепил и положил. Она даже вот ставится. То есть ее вот можно поставить, а она стоит. Вот, также купила я трафареты. Первый раз я пошла в фикс-прайс, смотрела на них долго. Думаю, брать, не брать.
Думаю, ну на, как не буду брать. Потом подумала, блин, почему я их не взяла? Думаю, трафарет, это я люблю очень трафарет, это интересно. Здесь их, кстати, 4 штуки. Ну, вот трогаешь их, они кажутся, что плотные. Ну, не знаю, мне кажется, на самом деле они, конечно, тоненькие. Сейчас посмотрим, кстати, с вами. Отдельный обзор на них делать, наверное, я не буду, может быть. Не знаю, напишите в комментариях, если интересно кому-то, я сделаю его. Вот. Вдруг их тут не 4, вдруг побольше. Хотя нет, слушайте, они плотные довольно. Они довольно плотненькие прям такие. Вот они. Они, кстати, их сами дальше выделывают, как бы выпихиваешь оттуда. И можно эту снежинку маленькую прозрачную использовать, кстати, отдельно. Допустим, акварелью можно сверху нанести, останется там беленькое такое место, а по бокам будет акварель. Либо кто пользуется такими вот тюбиками, как распрыскивающимися, тоже можно побрызгать, и будет красиво. Вот. Такие вот они. Наверное, сделаю я отдельный на них обзор. Вот, наверное, все-таки они такие интересные. Вот здесь снежинки, а дальше там видно... А, снеговик там дальше. А, снеговик с лопатой. Я думала, там одни снежинки и что-нибудь еще. Вот такие вот трафареты. Отдельный обзор на них сделаю, и будет отдельным роликом. Потому что сейчас здесь вы не увидите всей красоты, а отдельный обзор я буду делать прям напрямую вот так под камерой, и там будет интереснее все гораздо. Вот, мы с вами, может быть, их даже обведем, и чтобы вам было видно, чтобы вы увидели всю красоту. А здесь не будет видно. Не надо. Так, купила я печеньки Орео. Они стоили 77 рублей. На них я недавно делала обзор. Обзор продуктов. Их там, правда, было маленько, немножечко. А вот сейчас я купила побольше. Из них я тоже хочу сделать одну вкусняшку. Вот, я купила для вкусняшки. Тоже смотрите на моем канале. Здесь, так, сейчас найду я, где-то я видела. Так, 228 грамм, 6 упаковок по 4 штуки. 6 упаковок по 4 штуки. Ну, видимо, ну, понятно. Хочу также посчитать, и, наверное, отдельно посчитаю, вышло это дешевле или дороже. Потому что сколько стоит маленькая пачка в магазине, я не знаю, но я постараюсь узнать. И тоже, наверное, под этим роликом я отпишусь, дешевле это было или дороже. Все-таки фикс прайс мы с вами ходим зачем? Чтобы найти дешевле. Купить дешевле, правильно? Правильно. Если бы вам было пофигу, вы пошли в обыкновенный большой магазин и купили бы такую штучку рублей за 200. Правильно? Вот. Там, кстати, что-то... А, приз написано. Какой-то приз, там билеты какие-то. Ну, все, я знаю. Так, купила я также набор формочек. Не знаю, есть они у меня или нет. В принципе, я покупала все фикпрайсовские. У меня все есть. Надеюсь, что их, может быть, нету. Не зря я их купила. Вот, так что просто 4 штуки. Раньше в прошлом году были... А, были в прошлом году по одной. И, допустим, елочка, большая елочка, меньше, 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 меньше. Снежинка, большая снежинка, меньше, меньше, меньше. Ну, кто покупал, помнит, наверное. И здесь есть какое-то имбирное, так, шоколадное имбирное тесто какое-то есть. Видимо, для этих вот как раз печенек. Вот, тоже, в принципе, кто хочет, можем с вами его приготовить. Вот, и у меня и кулинарные там рецепты есть. Вы самое главное, пишите мне в комментариях на ютубе. Вот, либо на почту можете написать, или контакт, кто хочет. Так, и чек наш немножко у меня помялся. Да, он, кстати, такой четкий чек. У меня вышел все это на 700 рублей. А, там с мелочью, 769 рублей у меня все это вышло.
Я даже, честно говоря, не ожидала. Я думала, что-то, что у меня выйдет поменьше, когда он сказал 769. Думаю, блин, ну это еще не все. Это не все, еще я кое-что купила, а также появились наконец-то холсты. Я еще недавно думала, господи, когда же появятся холсты. Наконец-то они появились, я взяла две штуки такие, по 99 рублей они были, наверное. Вот. Обзор на них я буду делать отдельно. Я уже делала на другой, в прошлом году тоже были холсты. Я на них уже, на него, вернее, делала обзор, там можете найти. Вот. И на этот я тоже буду делать обзор отдельно. Я никак не могла найти размер холста. Он нигде здесь не написан, поэтому я взяла две штуки. Не знаю, вдруг он маленький, потому что маленьких у меня уже много. Вот, а вот больших мало. И обзор буду делать, и заодно вам все покажу, расскажу. Мы с вами померяем, какого он размера, этот холст, потому что меня это очень интересует. Вот. Ну, в наборе здесь сходит также холст, кисточка и 7 красок, вот, которые потом девать некуда. Вот, таких я взяла две штуки. Они, кстати, у меня с разным рисунком. Здесь вот какой-то тигр. Ну, рисунок мне, по сути, не нужен. Я его закрашу и буду рисовать просто свое. Вот, для этого я и покупаю холст. Вот. В принципе, это все, то, что было. Мешок пустой. Вроде покупок немного, а 769 рублей довольно много. Вот. Подписывайтесь, пишите комментарии, смотрите, у меня есть там влоги, семейные влоги с сыночком. Вот в этот раз все было практически для меня, а в прошлом вот выпуске я покупала все для сына, игрушки, на них тоже скоро выйдет обзор на эти игрушки, на каждую игрушку. А в дальнейшем будет выходить влог, как мой ребенок играет в эти игрушки, будет очень интересно. Вот он сейчас и маленький, но все равно интересно. Вот. В принципе, все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь. Да, пишите комментарии. Вот. Обязательно подписывайтесь ко мне. Ну и всем пока-пока.